Симоня, всех не агрись пока. Есть сум, Олег? Да. Но я сейчас отойду, поэтому хитите пока без меня. Хотя бы. Ну еще сум. Погнали танчить. Агрим, убиваем командира, 2 БДК идут в другую пачку, Агрим. Убиваем из нее командира, а потом подростком всех остальных бьем. Только командира все бьем. Протопал, собирай там пока агрессоров, тех гвардейцев. Слушай, сейчас НТС, Пепер за НТС зайдет, финиш ему пати. Он только кто не зайдет? Не просто. Хильте диплома, главное, диплом подойди к нам поближе. 2 БДК идите, агрить другую кучу. Бьем тоже, только командира, трэш не бьем. Сводите весь трэш, набивайте агро, напуливайте. Макгрегор, ты где? Макгрегор? Да-да-да. Иди, давай, командира вытаскивай его. Ну, речь. Поклонский, иди к протопалу. Хильте главное танков. Снова. Добиваем командира, даем рост на пулы, на протопала и бьем весь остальной трэш. Главное хилим. Танк, танки прижимайтесь. Все, давайте рост. Спасибо, катапульта. Я думаю, что-то гроза мало дамажит. Нафкает кто-то. Я пока не могу прочитать это заклинание. Дайте столик. У меня уже достаточно таких предметов. Так кто уголы и маковей? Разберитесь между собой, кто кулаки, кто каски бафует. Теплом прото. Стил разбафует, потом кресты. Пока без крестов будем.
Давайте активнее паладин. Рыба есть у кого-то? А, вижу. Вместо МП5 каску бафнули. И кулак дали до этого. Лего нет, он же забафил. Тесты нам, в смысле. Поставь шкаф козырь. С моим моторесом. Кто сейчас кулак давал? Дай типа пристам МП5 лучше. Да слава, без МП5 пока. Ты все равно по мане не сядешь. Я и не настаиваю. Дайте пантеры и себе. Блю Гримс, да поставь ты тотем на МП5. Все равно... А ты ему без цели нечего хилить. Ну чё? Начинать тут с БДК. Поклонский основу, Макгрегор первую копию, диплом вторую. Пуля, ты тут? Он не принял. Может, отошел, вылетел, не знаю. Начинай по-конски. Цирк приехал. Кто агильный-то там все время стоит? Не ставьте это там все земли, шаманы. Сильнее страдания!
Я думаю, мы здесь пойдем уже. Ресни, а, самостав. Макгрегор, прожимайся. Но где незыблемость? Не было. Вы как поумирали? Макс или Дипан? Шуток. В мире хватает героев. Вы под мордой что ли стояли? Нет, очень далеко стояли. Развернулся, наверное, я не знаю. Сбоку лежали от него. Не под мордой. Ну, а второй раз копия вылезла и убила. Да что тебе назначить по хилам? Я понять не могу. Он хочет, чтобы каждый хилил своего какого-то танка. Клон, ты тут? Есть рез? Ну, как бы это глупо. Ты не можешь, что ли, сам смотреть, на ком стаки, кто больше проседает. Пресну по трупу. Может, спекнуться, помочь? Иди начинай по-русски. Что тебе не хватает? Дайте пала баф и ПДК. Кулак, каску. Все, начинаем. Цирк приехал. Крест будет позже.
Макгрегор, прожимайся. Ну чё ты под мордой стоишь? Где-то, да? Не знаю. Спасибо. Без вас я бы долго не продержался. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным, но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Дайте еще один иннер, Лазибан. Мы, братья, гибли один за другим. А я спряталась здесь. Начинать отсюда из ПДК. Нас убивали с расчетом. Алекс сразу выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить. Атакой руководил кровожадный Заритрия. Но боюсь, тут замешано и боль. Блин, а вылетит. Оно совсем. Да я вижу. Я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного. Ну, Виталик вроде где-то был. Или уже вышел. Виталик тут? Мне Бурка? Не думаю, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Он в другом канале, вроде. Сейчас добьем, спрошу. Святилище пало. Есть рыбка? Сейчас Виталик зайдет на ШП. Олег тут? Все, я подошел. Дайте раз. Опять пуля на улет вылетела. Не, он с самого старта. Сейчас Виталик зайдет на шипы. Ух, Виталик спасает РС. Так, как Тулгалы и Маковей. Вырос. Конченый нам звание ветеран, да? Так, Тулгалы и Маковей. Это полагается повышение. Вас надо назначать ауры, фридомы. Хорошо. Поклонский, Макгрегор, кто будет танчить свет из вас? Пускай я полагаю, что Поклонский. Поклонский уже танчил, пускай он. Ну давай Поклонский свет, Макгрегор тьму,
Диплом Мелкий Трэш, Пахилам, Лэзи Панк, Мисау и Макси хилят тьму, Гуль Гримс и Стил хилят свет. Гуль Гримс ставишь обязательно тотем защиты от огня. На третьей фазе не забываешь его переставлять, потому что он пропадет под боссом. Так, ну первая пати тьма, все остальные свет, еще раз повторяю. Четвертая пати, остаетесь добивать больших, кроме демона. По инерам огненный мяу всегда заливаешь Гуль Гримсу. Нереварин и Доксон на второй фазе зальем Лазипанку, на третьей фазе Гуль Гримсу. Войд диспелишь третью фазу свет. Мисау тьму, ну все остальное, первую фазу свет и оставляешь тьму. Все, ждем Виталика и будем начинать, никто никуда не отходит. Скажите, когда прогружусь. Четвертая пати остается трэш бить, да? Угу. Виталий прогрузился. На третьей фазе Доксон по нечетному трэшу звездопад, я по четному буду давать. То есть первый, третий, пятый и звездопад. Второй, четвертый, шестой я. Даешь не сразу. Жди где-то 3-4 секунды, как трэш весь прибежит в рейд. Потом давай звездопад прожму. Да, понял. Суманите, пожалуйста. Олег, раздай квесты. Рыба. По приставам баф еще раз. На готовность. Не, мне бафа не хватает, скорее всего. Тоже повторю, кто умеет диспелить себя сам, диспелит себя сами. Только диспелите у стены, добегайте до стены. Все готовы? Заходим за линию. Стойте, забафайте меня, что какого-то бафа не хватает, что хп мало. А, вары, стакаете раскол и перед заходом в тьму кричите на хп обязательно. Вары, крикните по брату. Сколько у тебя, Виталий, СПД? Сука, вот ради вас, блять, на офе, получая ГП, остаюсь в луже. Уроды, блять. Че ты хочешь меня, Славик? Мы тебя любим. СПД сколько сейчас? 4.48. 4.10. Все готовы, заходим за линию. Начинаем, эгрегор. Выровни его. Да. Короче, ладно, стой уже. Там босс отойдет. Перебежали. А вам слышно, что на нее Team Speak говорят, нет? Давай стерео.
смотри, Макгрегор, мы как перед огненными обоноси, мы как перебежим на ту сторону, как будет 77%, разворачиваешься и идешь ее в центр, понял? Угу. Потому что ну, на третьей фазе нужно, чтобы она в центре стояла, а не так. Камень смотрим. Перебежали. Что, сейчас веду? Не, подожди, на 77%. На 78% даже можешь. Давай, все. Я прям повернул это. Да, да, да. Все, переводим. Бэрин. Да, да, да. Добиваем мелких. Прикнул ХП. Макгрегор. Я тоже. Рейд заходим. Виталий должен добивать. Сорян. Я только въехал. Максиметка, в звезду встаньте. В звезду. Сюда ей нарастил. Не заходите сюда. Там спрашивают, где хилит шаман. Ты свет, Ульгримс, я же тебе говорил, тотем защиты так не обязательно ставишь, чтобы идти в базе. Не добили, ну, добили там, да? Заходите сюда. Моровинт. Пятьдесят 4%. Лэйзипан, почему у тебя так мало маны? Доксон, залей, если не залей. Я тоже заливал катапульта. Начало второй фазы у него 50% было. Выходим в свет. Светом рост, Ульгримс, рост в свету. Метку ровно назад, никуда не под хвост, назад. Здорово, маг. Пока бежишь с меткой, прожимай защиту от огня. Перебежали. Что тогда давать? Под рост. А? Подросты стерео даже нарали. Здорово. Да вы носите. Бейте большого. Ульгримс, отбегай дальше. Стой за рейдом, Ульгримс, метка. Перебежали. Свет, стоп, свет не бьем, ждем трэш. Там гимн надо, наверное. Что, нас просто нету. Давайте гимн свету. Снимайся. Ульгримс опять метка. Не везете. Давай стерео. Перебежали. Беги, малышка, беги! Вот метка. Прожми стеклом. Стаков много натрешь.
бейте все мелкие. Бейте мелкие все. Все боссы. Перебежали. Давайте выживаем, не дохнем. Нужно пережить трэш этот. Диплом, метка. Хилы, бегите подальше. Снимаю. Можно рост давать или что? У нас 8 меток роста и не было. Если гимн на ману есть, Фиту, дайте гимн на ману. Да. Залейте ману в Ульгримсу. У кого есть что. Перебежали. Отхилился. Сейчас стопаем. Свет стоп. Бьем трэш еще. Давай рост, шаман, в тьме. У нас же 60 уже. Какой раз? Рост в этом Ульгримсе. Ну отбегайте дальше. Доксон, подними в Ульгримсе. Жмитесь, не знаю, живите, диплом прожмите. Камень с меткой. Перебежали. Добиваем босса. Трэш напуливаем, трэш не бьем. Ни большого, ни мелкого. Лужи в рей. Добиваем босса. Что такое рейд? Добиваем босса. Все, только в босса. Трэш не бьем. И нет, залейте иннер мне силу. Я все добил. Что не добил? Я не знаю, как вы, а я в восторге. Да, сука. Вообще пиздец просто. Да ПП дадите? Вульгримс, конечно, но ты... Ну, Вульгримс, короче, и Лазипан без комментариев. Я тупо... Просто, блин. Порвал. Подхиливал танка, короче. Нет, вы носите. А вы несете, лезвия закончились, а вы вперед под морду несете. Да, это я тупанул, сорян. Все метки пошли, извините, как? Бля, не поставил. Фешку ролим. Бля, ой, я отбегаю от трэша, кидаю ШП подхиливал танка? Возложение лук на шамана. Ты дебил, что ли? Ты от урона хилишь больше, чем от своих хилок, блять, слайк. Так если танк упадет, весь рейд упадет. Так танк не упадет, если ты будешь бить. Ты так понимаешь? Ульгримс что? Упал, алло. Твой DPS больше хилит. Все, не лечи меня, иди на ухо. Твой хил. Иди на ухо. Иди на ухо. Так, будет хил не в пати с танком. Ну он тупой, сука. Не, он же там щитки кидал. Хотя, кстати, не, если он будет просто дамажить, то будет хил по третьей пати. Кстати, надо вообще кидать перестов к этим, к танкам, не? Я что-то вообще тупанул. Да их от хил танков не спасет. Ну, как не спасет? Не, ну таких танков все, хилит. Спасет. Это поможет. Порядочно хилит. 400 тысяч было. Че, дисконнект у вас? Как ты переживал, что тьма не захилим? Нет, тьму? Сань. Кольцо роли. Мне везло сейчас. Ульгримс 4 раза упал. Хороший на пол был. Ну он или... стоял близко, ловил весь трэш на себя, принимал. А еще что-то будет? Вон, так, Даня, завтра будешь? Да. Во сколько? Все, кто-то заходит на ИП еще. Не ливайте пока еще, от луговой куда-то. Это Олег, на пристанок квадропедру сейчас можно ИП накинуть? Я на Антаресе буду наварить. Да, у тебя права есть, ты зайди просто и накинь себе. Фаермаг, ты кем в рейде? Я ралли был. Фаермаг. Плюс на ЕП. Писал, что ролишь на маге? А я, да.
Нет, блядь, там фаермаг именно, ник такой. Я не вижу. Значит, Кика его пускай заходит на своего вара. Я сам в чате сейчас присуну. Ревипать. С первого трая было? Да. Давно у нас такого не было. Так там, если бы я не подхилил Поклонского, мы бы упали. Потому что Войт топ. Там вообще диплом еле защитили. Ну вообще Виталик затащил тем, что зашел. Я сейчас точно на часы квадропедры. Я давно, походу, не была хилом. Что-то у меня аж руки вспотели в тебе. Будешь что-то собирать 19.00, РС или ВК? По диплому я тоже, кстати, 26 тысяч захилил. Что там за вар был? Топор рубить? Травмат. Травмат. Говорит, что фермат. А. Что, у всех задержка? Ага, чё, погибли.